Всем привет! Я вот дожарила блинчики. Вот. Вообще-то я их утром жарила. Мы завтракали. Вот такие вот они тонюсенькие получились. Вот такие красивые. Я добавила молока немножко, потому что тесто, мне кажется, что-то мне показалось, что тесто загустело. Я на завтрак жарила. А это вот... Вот я себе заварила чаек. Сейчас буду пить чай. Вот делаем тесто на блинчики. Вот одной рукой. Вот у меня такой миксер. Вот. Испытываю новую чашу. Мне, оказывается, так удобно блинчики делать. Вот тесто у меня готово, комочков нету. Сейчас будем выпекать. Я сегодня сварила супчик картофельный. Мы его почему-то называем кавардак. Вот такая косточка. Это мы зарезали козюльку. У нас был молодой козлик. Вот мы это его зарезали. Вот кушаем мясо свое домашнее. И вот такой у меня получился красивый супчик. Я сейчас буду кушать. Вот такой вот хлебушек у меня получился. Вот такой вот красивый. Вот, смотрите. Вот, я испекла в форме. Вот такая корочка красивая. Вот я тут кусочек отрезала, попробовала. Ну, очень вкусный. Смотрите, какие ноздри. Дырочки. Ой, ну прелесть прям. Я вот нашла применение к моим контейнерам новым. Вот. Я сложила печеньки, пироженки. Такая штучка для лимончика. Я ее тоже покупала в фикс прайсе. Она мне очень нравится. Вот. Попробовала я вот этот скраб. Нанесла себе на лицо. И вот. Вот нанесла. И смыла. Вы знаете, почему-то вот горит это, лицо горит. У меня сын делал маску вот из этой с голубой глины. И это вот он тоже немножко подержал, минут 5, наверное, и тоже сказал, что у него лицо горит. Вот я не знаю, так должно быть или нет. Вот у нас есть вот такой другой скраб. Вот, ну, мы им пользовались, вот уже тут вот на дне осталось. Ну вот, не знаю, я вот им пользовалась, и лицо не горело. А этот вот намазала, и вы знаете, прям вот лицо горит. Я сегодня покрасила вот такие вот горшочки. Вот лаком еще их не покрыла. Ну, подумала, может быть, что-то тут еще декупаж какой-нибудь сделаю. Вот я, у меня вот здесь вот белый горшочек стоит. И я решила, они такие желтые, но внутри я еще не красила. И вот, чтобы был одинаковый цвет, они мне так не нравились. Вот это вот желтый цвет. Ну, рисунок ничего, ну, все равно что-то как, какие-то такие простенькие. И вот я их покрасила акриловой краской, вот белый цвет. И вот у меня они с горшочком теперь стоят одинакового цвета. Вот, тут мое
дерево вот такое вот я сама делала. Вот, и вот так вот у меня тут такие горшочки тоже беленькие. Вот. Но еще их не закончила, конечно, только начала. Ну, не знаю, может быть, что-нибудь еще придумаю. Вот. Вот я сейчас буду мыть посуду. Я ее сначала собираю здесь, а потом вот пищевые отходы смываю, а потом ставлю уже в машинку, чтобы она не засорилась, дольше работала. Я вот здесь вот собираю, все смываю. И вот я поставила посуду. Вот. Немножко взятку убрала. Вот у меня тарелки все, вот ложки. Вот. Вот у меня висит таблеточка. Ну, все, сейчас будем включать. Машинка моя посудомоечная. Вот я ее закрываю. Вот включаю. Все. Вот заработала. Вот моя посуда помылась. Вот такой вот чистенькая. Вот смотрите. Как вот. Хрустит. Это, наверное, мокрая. Она когда хрустит, она же высушенная. Не знаю. Ну вот, вот такие вот, вот баночку такая чистенькая. Вот. Вот. Вот ложки. Вот тарелки. Ну, в общем, вся посуда чистая. Я сегодня, когда ходила на почту за посылками, и вот у нас возле сельсовета приезжает машина во вторник и продают продукты, там вот яйца. Вот смотрите, я купила яйца, две решетки, вот такие вот крупные, там некоторых, я, это вот я сварила немножко, вареные будем кушать. Вот такие вот крупные по 60 рублей. Я прям увидела и что-то прям это захотелось мне купить. У нас в магазине мелкие по 63 продают. Вот смотрите, какие крупные яички. Я взяла две решетки. Там еще продавались это, куры. Ну, в общем, куриная продукция, фарш. Но почему-то не стоят ценники. Я когда спросила, почему нет ценников, ну, она говорит, ну, я вам скажу. Я говорю, ну, сказать можно что угодно. На что она ответила, что меня тут все знают, я вот не первый день продаю. В общем, ну, не знаю. В общем, я почему-то не стала брать. Я вот как-то из принципа никогда не покупаю товар, где вообще ценник не стоит. Потому что сказать можно вот с Луны взять и сказать любую цену, как угодно, что угодно, любую цену назвать. И поэтому я это, вот яички взяла, яйца, вернее. Вот, две решетки я купила, вот сварила немножко, вот они вареные. Я вот как пришла, пожарила с колбаской, в одном яйце было два желтка. Вот. Ну, яйца очень вкусные, хорошие. Мне прям, смотрите, какие крупные. Мне так они понравились. Вот. А это вот я козу даю. У меня сейчас вот коза... Вот у меня баллоны стоят с молоком. У меня коза сейчас вот с кровью уже не доится. Молоко хорошее. Но я этим молоком пою козленку. Вот я не покупаю. Вот он все выпивает. Вот. Вот так мои котейки спят. Вот один, это Хиалим. Мы его принесли с улицы, дочь принесла. Он был маленький, с поломанным хвостом. Вот эту девочку тоже принесли с улицы. Девочки пожалели. Вот она у нас живет уже 10 лет, по-моему. Где-то 10 или 9 лет, вот, это Мурочка. А это ее дочь Алися. Мы отдали ее, просили
У нас отдали, потом ее увидели на улице, худенькую, она не росла. И вот она вот такая маленькая осталась. И мы ее снова принесли домой. Вот люди берут, а потом выкидывают. Вот, а это Сиалим, его дочь принесла. На этом был маленький, над ним издевались, видимо, у него вот даже поломанный хвост. Вот, сейчас не видно. Ну, в общем, вот так вот здесь загнуто. Вот так и так. Вот так и так загнут у него хвостик. Поломанный хвостик. Он был совсем маленький, прям в ладошку помещался. Такой зашуганный, весь грязный. Мы его искупали. Вот назвали Сиалимом. И вот он у нас теперь живет. Вот это уличные котики. Всем доброго вечера. У нас уже 20 минут 11. Мы еще не спим. Ложимся мы спать поздно. Я вот сейчас буду пить чай и смотреть Галкина. У нас идет концерт по телевизору. Ну, как у всех остальных. Вот. Ну, все, что я хотела вам показать. Ну, всем пока-пока.